Я не знаю, что там насчет праздничного настроения, но вот в Алматы все-таки вводят новые ограничения. По итогам совещания вице-премьера Ералы Тогжанова и аким Алматы Бакыджана Сагентаева в южной столице решено перевести на удаленный режим работы до 80% работников тех организаций, чья численность сотрудников превышает 15 человек. Кроме того, приостановят открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях и дежурных классов в школах города, а также вновь ограничат режим работы торговых центров. Ограничение работы торгово-развлекательных центров и торговых объектов по времени до 17:00 часов в субботние дни и закрытие на санитарный день в воскресные дни. Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах в отдельных помещениях, с 7 часов утра до 23 часов 00 вечера при заполняемости не более 50 посадочных мест. Также поручено организовать работу ЦОНов с установлением графиков в будние дни с 10 до 18:00, в субботу с 10 до 15 часов, с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, предприятиям рекомендовано организовать служебный транспорт для доставки и развозки работников промышленных, строительных, транспортных отраслей. Напомним, что ограничения связаны с тем, что сейчас Алматы находится в желтой зоне по коронавирусу.